Электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах Иркутской области. Меньше чем за сутки спасатели ликвидировали последствия прошедшей непогоды. Тем временем, по сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 ноября по области местами ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду, снег и метели. Главное управление МЧС России по Иркутской области рекомендует принять меры безопасности. Планируя туристический маршрут, ознакомьтесь с прогнозом погоды на данной территории. Зарегистрируйте свою группу в Главном управлении МЧС. Не выходите на акваторию водных объектов при неблагоприятном прогнозе. В случае чрезвычайной ситуации необходимо сообщить на единый номер пожарно-спасательной службы МЧС России 101.